улицы Гагарина выдворили незаконных торговцев. Жители Ленинского района жаловались на горы мусора, которые оставляли после себя владельцы временных палаток и грузовиков. И в мэрии решили ликвидировать рынок. Районные власти перекрыли въезды на тротуар для грузовых газелей. На свалку вывезли все ящики и стеллажи. Уже сейчас на месте старых палаток ставят новые киоски по продаже сезонных овощей. Их устанавливают так, чтобы не загораживали тротуар и не мешали пешеходам. Каждый день территорию патрулируют инспекторы, чтобы стихийные рынки не появились вновь. В ближайших планах восстановить газоны. Их испортили торговцы. Высадить там цветы и кустарники. Об этом сегодня на аппаратном совещании докладывают Евгению Тевтелеву. Градоначальник заявляет, нужно усилить работу по озеленению всех районов города. Формы организации озеленения – это дело глав. Значит, если необходимо пользоваться только 44-м законом, то есть отторговывают, нанимают и работают, контролируют. Пожалуйста, если есть необходимость, ну, например, в центральном районе, на мой взгляд, может быть, нам стоит попробовать и создать, или в рамках действующего у них есть уже как МКУ какое-либо, наделить его полномочиями, в том числе и по озеленению. То есть это муниципальный контракт, это муниципальные услуги и лучший контроль, и, по крайней мере, привлечение на постоянной основе